Ты мой заяц. Кешенька, давай запишем. Дорогой наш дядя Дима, спасибо огромное-преогромное за гостинчики. Да, мы так покушал. Молодец, умничка, Кеша, умничка. Такой чавкой не стоит. Жалко, я знаю, что через эту камеру, этот микрофон, не слышно этого чавканья. А так хотела для дяди Димы чавканье записать. Да, Ника? Татошка? Татошенька? Зиночка? Скажи, дядя Дима, огромное-огромное спасибо, скажи вам за гостинчики, за ням-нямки всякие, вкусняшки. Да, Новочка, моя лапушка. Мои девочки, золотые Татошка пришел еще раз поблагодарить. Молодец. А это наш хулиган Робичка. Дядя Дима, скажи огромное-преогромное спасибо. Татош, скажи дяде Диме еще спасибо. Вот так, вот, видели, кивнул головой. Молодец, молодец. Веслоухий мой мальчик. Умнички. Белочка сейчас скажет спасибо. Белочка у нас выздоравливает и скажет: дядя Дима, спасибо. Ой, ты моя лапушка. Это уже выздоровительный чих. Спасибо, скажи огромное-преогромное. Спасибо за вкусняшки всякие. Да, Белочка? Ой, ты моя умничка, тугарин наш белый. Ушки кверху загнутые. Моя лапушка. Вот умнички какие. Никуся. Никуся, скажи: дядя Дима, басюй-басюй, спасибо. Вкусно очень было. Молодцы. Молодцы. Умнички. А вот Татошка все ходит, ходит за мамой хвостиком. Наверное, хочет еще сильнее дядю Диму поблагодарить. Вот урчит как. Давай, да, запишемся ближе. Это для дяди Димы урчание. Послушаю потом, получилось, нет?